Яко Твое царство, сила и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душ. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и линии пресной во веки веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. О Господь, явися нам благословен, гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, яко благ и по век милости Бог. О Господи, аминь. Yeah.
бы должен именем Господним противлякся им. Господи, явися нам, благослови меня, твоими Господь. Добро ложи, поверь дела Господня. Господи, аминь, Боже, непригоже здесь участей, быть во главу глад Господа, быть сей издивен в очистях наших. Господи, Пресвятая Богородице, родшая спаса, от
тебе спаси всякие иные нужды рабы Твоя. Избави от всякого прещения, находящего на рабы Твоя, Пресвятая Владычицы, и всякого вреда души, благодарю Тебе славу. Спаси всех молитвами Твоими, Дева Богородице, Тебе прибегающиеся избави всякие нужды и скорби, то притекают к нам Твой Богородице, не приемли скоро исцеления душевного копи телесного. От всяких умоляющих грех, святых и горничинов, очисти меня рожью Твоя. Пощади, спаси души умерших братьев наших, надежде жизни, и ослаби, остави согрешения. Радуйся, мира очистилище Деву, радуйся, ручьи и свечницы все злоты, божественная манна и света Бога невесту. Поемте Бога единого в Троице, вопиющий глас пресвятый, молящий спасение получите. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о Дева Родшая, спасай Владыку мира и Господа, того моли спасти души наша, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Радуйся, гору, радуйся, купина, радуйся, врата, радуйся, лестницы, радуйся, божественная трапеза, радуйся всех помощи Владычице. Молитвами милостивой Матери Твоя Пречистая и всех святых Твоих, Твоя милость и людям Твоим даруй. Молитвами славных архангел и ангел, и горничинов, рабы Твоя спасти, добре сохрани. Молитвами честного и славного Крестителя Твоего, пророка Претечи, Христе спаси, мы рабы Твоя сохрани. Молитвами славных апостолов и мучеников и всех святых Твоих, Твоя милость и людям Твоим даруй. Молитвами славных бессеребренников, Богородице, рабы Твоя сохрани. Яко представительство мира и утверждение, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отца и Сына славословим, и Духа Святого глаголюще, Троица Святая, спаси души нашу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Неизречено последняя зачемшая и родшая Создателя Твоего, Дева спасайтя величающая, милосердие двери ответи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боишься спасения рода христианского. Ярко святости Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Освящающие и праведный Божий судья, но обратися души к покаянию, яко блудница зовущая со слезами, Господи, помилуй мя. Водами одождивы Христе источник исцелений, Бог сейчас не в браме Девы днесь, Твоего благословения окроплением, отгоняющий недуги в немочествующих, врачу души телес наши. Дева родила и синиску собрачная, и дева прибыла, и сима-те безневестная. Богородице Марии, Христа Бога нашего моли, спастися нам. Пресвятая Богородице Дева, рук наши дела исправи, и прощение прегрешений наших и спроси,
нигде пети на ангельское пение. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Твоя, Сына и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И мудрость. Прокимен, глаз третий, Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, просвещение мое, и спаситель мой, кого убоюся. Ты мудрость. К евреям апостола... Послание святого апостола Павла евреям. Вон мим. Что ты путаешь? Ну ты правильно возгласи. К евреям послание святого апостола Павла чтение. К евреям послание святого апостола Павла чтение. Вон мим. Братья, и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Верьте, ищущим, премудрость прости, услышим святаго Евангелия, мир всем. От Иоанна святаго Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было держим болезнью. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Миром обещание Святой Божьей Церкви и целей всем, Господу помолимся. Господи, помилуй.
огромной бесстрадальной стране нашей российской, правителях и православных людей в Отечестве, в России, несущей ко спасению, Господу помолимся. Благорастворение воздуха по изобилию плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, клиентных от спасений, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже освятитесь, водам всем силу и действием на истину Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. И очистить нам присутствие Троицы, действуй, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже быть в Одессе исцелительной, души, телес и всякой сопротивной силы отгнательной, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже не спаслади Господу Богу благословение Орда носите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. О всех требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже просветите с нам просвещением разума единосущной Троицы, Господу помолимся. Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог наш покажет мне сына и наследники царствия Твоего Дития, причащением же и краплением, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже милости на нынешнее благодарение мольбу нас недостойных, рабов своих, при небесной сожертвием приятие благоустроим, помилуйте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Не возмущайтесь благодарением наших потребных рабов своих, и же приятных от него благодеяниях во смиренном сердце приносим, на яком кадило боговоны, и все служение точно благоприятно ему да будет. Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже избавите церковь свою святую, всех нас от всякой скорби, беды и гнева, и нужды от всех врагов, видимых и невидимых, и здравием же долгодействием миром, и ангел своих оплачений к верности всегда оградите, Господу помолимся. Господи, помилуй. Рассуди, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Христа, Деву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, Боже наш, великий в совете и дивных делах все твари содетелю, храняй завет Твой и милость Твою любящим Тя и соблюдающим повеление Твоя всех нужах умиленное, приемлей следуй сего ради, сего бы ради пришел и сего раби из рации, не приведение нас устрашая, но здравие тело истины подавая и глаголи. Все здрав был и си к тому не согрешая, но и от брения здравы очи содел, и си умытися повелев свету. Селитесь, сотворил Иси словом, сопротивных страстей, волны усмущая житья, и гусланное море иссушая, тяжелоношные сластей укращая, волны сам человека любши царю, давай нам чело снега светлую одеетесь, одежда от воды же и духа, и причастием же воды сия, и окроплением Твое благословение нам не спасли, верну страсти омывающей, ей молимся, посети нашу блажене мощь, и исцели наши недуги душевные же и телесные, милости Твоей молитвы. Все пречистые, все преблагословенные владычицы нашей Богородицы, Пресная Девы Марии, силы честного и жетворящего Христа, предстательство честных небесных сил, бесплотных честного славного пророка, претечей крестителей, Иоанна святых славных,
и всех хвальных апостолов, преподобных, богоносных, отец наших, и святых отец наших, великих иерархов и вселенских великих учителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Ижево святых отец наших, Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских, Ижево святых отца нашего, Спиридона Тримифутского чудотворца, Ижево святых отца нашего, Николая, архиепископа Меликийского чудотворца, Ижево святых отец наших, Мефодия и Кирилла, учителей славянских, Святаго апостольного князя Владимира, Ижево святых отец наших, вся России чудотворцев, Петра, Алексея, Иона, Филиппа, и святаго славного великомученика Георгия Победоносца, святаго славного великомученика Дмитрия Мироточивого, святых добропобедных мучеников, святых преподправедных Богу Отец и Акиманы, святых славных чудотворцев, бестребников Космы, Дамиана, Кириана, Пантелеймона, Нормалая, Самсона, Диамида, Мокия, Никита, Долорея, Трифона и святаго священномученика Климента, епископа Анкирского, и всех святых в земле российской просиявших, их же и память ныне совершаем. Помни, Господи, епископство православной церкви, правоправящих, слово Твое истинное, весь священский, монашеский, священный, спасение их. Помни, Господи, ненавидящих, любящих нас, служащих братьев наших, предстоящих и благословно виною, отшедших, и заповедуешь нам недостойным, молитесь о них. Помни, Господи, в пленении и скорбях сущих братьев наших, и помилуй, и повелиться милости Твоей всякие нужды, избавляя, яко Ты есть источник исцеления, Христе Боже наш. И Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Богим и Творящим Твоим Духом, ныне преисне во веки веков. Мир всем! Благодарю Вас, Господи, не преклоните! И пони, Господи, ухо Твое услыши нас, и же в Ордане крестительщи изволю святую воду, и благослови всех нас, и же преклонением Своего и назнаменующих работой воображения, исподоби нас исполнить освящение Твоего воды сия причащением, и да будет нам, Господи, во здравии души и тела. Ты бы и священ наше Тебе славу, благодарение и поклонение высылаем с обезначальным Твоим Отцем и все святым, благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Спаси, спаси, Господи, люди Твоя. Спаси, Господи, люди Твоя. Спаси, Господи, люди Твоя. Я поблагодарю тебя, Господи, я.
добре жить, Отче, то не приемте, то не подобуете, исцеляющие страсти души телес наши. Владычица, прими молитвы рук твоих, избави нас от всякие нужды и печали. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй.